После холодного четверга погода в области изменится. Хоть и температура останется прохладной, в большинстве городов будет ясно и без осадков. Поэтому крайний будний день стоит провести в хорошем настроении. В пятницу, 11 октября, в Ангарске малооблачно. Жителей порадует солнце и отсутствие осадков. Но температура будет невысокой. Днем в городе плюс 2, ночью минус 7. Похожую погоду обещают в Шелихове. Жителей порадует переменная облачность и отсутствие осадков. Температура воздуха в Шелихове днем плюс 2, ночью в городе минус 7. Менее солнечной обещают погоду в Усть-Куте. Там прогнозируют пасмурно и без осадков. Температура воздуха в Усть-Куте – минус 2 днем и минус 7 ночью. Жителей Усть-Илимска порадует солнце. По прогнозам синоптиков, в городе весь день ясно и без осадков. Днем минус 2, а ночью температура опустится до минус 5. Братск также ждет солнечный день. Там синоптики обещают переменную облачность, температура днем плюс 1, ночью в городе до 5 градусов ниже нуля. Солнечный день ждет жителей Тайшета. Там синоптики обещают ясно и без осадков. Температура воздуха днем плюс 3, а ночью столбик термометра опустится до минус 4. А в Черемхово будет не так солнечно. В городе обещают переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в Черемхово плюс 1 днем и минус 7 ночью. Похожую погоду ожидают в Усолье-Сибирском. Там также переменная облачность, температура воздуха днем в Усолье плюс 2, ночью 7 со знаком минус. А вот в Байкальске продолжат выпадать осадки. В городе облачно и небольшой дождь. Днем в Байкальске плюс 1, ночью температура опустится до 5 градусов ниже нуля. Жителей Тулуна ждет солнечный день. По прогнозам синоптиков, в городе ясно, днем в Тулуне плюс 2, а ночью обещают до 6 градусов ниже нуля. Солнце порадует и жители Нижнеудинска. Там тоже весь день ясно и без осадков. В Нижнеудинске днем плюс 3, а ночью температура воздуха опустится до минус 6. Ну а в Иркутске синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Преимущественно ясно. Днем в Иркутске плюс 2, а ночью температура опустится до 6 градусов ниже нуля. Одевайтесь потеплее и радуйтесь солнцу!